Атау-Кире. Театр Сакена Сейфуллина порадовал своих зрителей новым спектаклем. Главная особенность произведения – его жизненная сила и историческое значение. На премьере побывала наша съемочная группа. В Казахском драматическом театре имени Сакены Сейфуллина состоялась премьера спектакля «Атау-Кире» по роману Уралхана Бокея. Ядро произведения вращается вокруг главного героя – пчеловода по имени Эрик. В спектакле каждая сцена эмоционально насыщенная и задает много вопросов. Известный писатель, драматург Уралхан Бокей, его в советское время написано было «Атау-Кире». Название тоже имеет очень такое... глубокий смысл. И по этой, значит, повести, значит, художественный руководитель нашего театра, режиссер Айдын Салбанов, сейчас сделал хороший спектакль. Там участвует в основном молодежь, и возрастные роли мы тоже участвуем. Поэтому в этом спектакле очень много философских мыслей, которые относятся к будущим поколениям, судьба народа. Уралхан Бокей был уникальной личностью. Он раскрывал в своем творчестве все краски человеческой души. Удивительно тонко описывал природу. Для постановки режиссер театра Айдын Салбанов выбрал роман «Атау-Кире», потому что в нем поднимается много вопросов, связанных с духовностью человека. Словосочетание «Атау-Кире» у казахов означает «последний напиток перед смертью». Сама же повесть складывается из двух сочетаний – «Атау-Кире» и «Каутыбудан» – опасный гибрид. Главный герой постановки – Ерик. Он метис, у него смешанная кровь, а его мама принадлежит к старой вере. При этом говорит по-казахски и читает намаз. Был әйгілі қазақ маңдайына біткен жазушы. Если коротко рассказать о сегодняшнем спектакле, написан он был самым талантливым среди казахов Ураханом Бокеем. Он является тем самым человеком, который понимал чувства людей и их искренность. То, как люди друг с другом контактируют. В этот спектакль мы вложили много сил и любви, чтобы донести до зрителей именно ту картину, о которой говорится в романе. В моем спектакле у героини кое-что изменилось. В повести Уралхана Бокея у матери Ерика отказали ноги, но в финале нашего спектакля она все-таки встанет. Таким образом, мы ставим вопрос о том, не нарочно ли женщина создает себе недуг, вдруг она делает это для того, чтобы сын всегда оставался рядом. Мать Ерика на сцене воплощает актрисы Нуржибек Жансугурова и Злиха Абдыгалыгова, Ерика Бауржан Нурмагомбетов, Тагана Айдос Нурмагомбетов и Серикболсын Каржанов, Айну Анеля Сагандыкова и Саягуль Ташимбекова, старика Кайрат Кемалов и Куаны Жагыпаров. Тамирис Люгабылова, Оксана Мендюхина, Николай Шевелев, 5 канал.